Всем привет! Сегодня меняем возвратную пружину на Zigzaur P226 от Техкрима на оригинальную зиговскую пружину, зеленую, на 22 фунта. Для этого извлекаем магазин, возводим затвор, поворачиваем флажок, снимаем затвор с рамки. Снимаем направляющую с возвратной пружины. Ну, если сравнивать, ну, я бы не сказал прям, что она очень жидкая. В отличие от пистолетов Фортуны, пружина все-таки качественная. Ну, усилие в полтора раза, да, в полтора раза где-то меньше, чем вот на этой пружине. Итак, цветным концом одеваем на направляющую. Слава богу, здесь, в отличие от пистолетов Фортуны, все подходит один в один. И есть альтернатива замены запчастей без доработки штатных направляющих и остальных вещей. Все, установка завершена. Пистолет можно собирать в обратном порядке. Попробуем по усилию. Ну, поувереннее стало, да, пожестче. Ну, я бы не сказал, что критично прям как-то это отразится на стрельбе. Но скоро будем проверять. Замена занимает ровно там 3-5 минут. Вот мы уложились в 2 с учетом болтовни. Поэтому не нарадуюсь пистолетом. Очень всем хвалю. И у кого есть возможность, конечно, приобретайте качественные изделия, пацаны. Все, до новых встреч.